15 марта в здании администрации городского округа состоялось первое заседание фракции «Единой России». Расширенный совет проходил с приглашением депутатов Государственного собрания Курултай, руководителей местного отделения партии «Единой России» и с участием чиновников. Вел заседание депутат Совета городского округа Алексей Сухачев. На повестке стояло три вопроса. Один из них – на какой стадии находится реализация федеральных проектов? Данное заседание было посвящено реализации федеральных проектов политической партии «Единая Россия» в городском округе город Кумертау, который называется «Городская среда» и «Парки малых городов». В ходе заседания была заслушана суть и содержание данных проектов, доведена информация до депутатов, а также до приглашенных. В проекте «Парки малых городов» участвуют горожане. Для них разработан социологический опрос. Именно жители нашего города выберут, какой из трех парков будет реконструирован. Голосование и общественное обсуждение продлятся в течение 30 дней. Другой проект «Реальные дела» уже на финальной стадии. Выбрано общеобразовательное учреждение, куда на благоустройство и реконструкцию спортивных площадок будет выделено около 1,5 миллиона рублей, говорит руководитель местного отделения партии «Единая Россия» Елена Решетникова. Этот проект всегда финансируется как? Нам выделяет бюджет Республики Башкортостан сумму, которая в этом году будет 987 тысяч 500 рублей. И, конечно же, еще поддержка местных властей, местного бюджета. Это тоже, ну, в пределах, наверное, 1,6 – 1,5 миллиона у нас всегда уходит на реализацию проекта «Реальные дела». Мы очень хотим помочь некоторым школам привести беговые дорожки, спортивные площадки, в общем-то, в норму и в порядок. 31 марта наказ проекта «Реальные дела» уже официально должен быть оформлен и отправлен в Курултай на утверждение. И в ближайшее время можно приступить к восстановительным работам. Константин Меркшев, Владимир Кузьмин, телекомпания «Арис».